Будущее России через 5 лет. Крайне сложный вопрос. Или она деградирует совсем? Может быть, она опустится на дно и после этого поднимется? А может быть, все события, которые сейчас происходят, ну, немножко ее подтолкнет. Но боюсь, что сильно приятного не будет. По одной простой причине. Мы можем справиться с экономическими трудностями, мы пока что не можем справиться с самым главным. С совестью, с честью, с нравственностью, то есть их с отсутствием. И по большому счету никто не заинтересован в стране, все заинтересованы только в себе. Для того, чтобы это изменить, видимо, нужно либо совсем правда рухнуть на дно, либо чтобы еще сильнее стукнули со стороны. Пока этого не происходит, мы будем так же тихо загнивать, уютно доживая на нефти, газу, доллары.